Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Crash Bandicoot 3 Warped. Короче, я проходил здесь уровни, которые мне были доступны. Смотри, по центру какая-то херня, типа, я так понимаю, это дополнительные уровни открыты стали. Но я не все прошел, на как было сказано, что нужно все на платину пройти. Потому что вот эти, которые я на побегушку время, обычные, я их не проходил, потому что здесь нужно с ускорением бегать, а у меня его нету. Потому что нужно кортекс захерачить. И... А вот эти, которые там плавать, например, здесь вот я платину взял, все взял. Вот тут бегать, вот тут у меня золото, конечно, немножко не успел. 25 секунд, а нужно быстрее. Короче, хер его знает. Но при этом, смотри, но при этом открылся... Тут тоже золото, кстати. Открылся какой-то посредине этап еще дополнительный. Но вот сейчас мы пойдем на кортекса. Захерачим его, чтобы получить последний этот. И попробуем, если у меня хватит сил, пройти, короче, дополнительные этапы на все вот эти вот херни. А может быть и не будем, не знаю. Самый сложный был у меня здесь, это кажется, 19-й. Нет, не 19-й, а какой это, блин, был? Нет, это не здесь. Это был 6-й, 9-й. Это получается вот тут. Кажется, 9-й. Нет, 8-й. Сука, да, на мотоциклах вот этот вот за 34 секунды здесь нужно было проехать. Это просто капец, я столько, наверное, раз 100 пробовал этот этап гребаный пройти, он падла такой ублюдочный, но мне удалось его пройти на платину. Так что сейчас пойдем на кортекса, захерачим его, получим новую способность, а дальше будет видно. Короче, не знаю, видео будет, наверное, покороче. N-кортекс. Потому что я записываю сейчас реально часов, сейчас скажу, сколько у меня времени. Блин. Чё смешного-то? Мешок под глазами. Хватит ржать, давай пиздиться. Извиняюсь. По сюжету я здесь должен быть злой. Злой. Полный ярости. Бешеный до невозможности. Ты вновь перехитрил и уделал полон страха. Моих лучших приспешников. Я должен быть огорчен, верно? Мы реально в бешенстве! Но, похоже, ты не учел одно маленькое обстоятельство, глупый рыжий мальчишка. Теперь, когда ты собрал все кристаллы, все, что нужно нам, это отнять их у тебя! Короче, у меня 12 часов ночи сейчас, я не знаю. Если соседи кричать не будут сильно, может быть, меня не будет слышно, и все будет нормально. Крэш Бандикут, так. Последний раз! Отдай кристаллы мне! Не, нихера, подожди. Так, как его бить? Так, три раза ударить. Тут какие-то у нас баталии происходят между добром и злом. Ага, ты у меня будешь атаковать, да? А ничего, что я был немножко далековато? Ну да ладно. Я тут немножко жизни нахерачил. 96 штук у меня. Пока бегал, проходил вот эти все гребаные этапы. Ты как в меня попал-то, чувак? Если я далеко был. Так, как его бить, подожди. Сейчас разберемся. Как тебя бить? Мудозвонио. Ага, раз есть. О, даже два раза ударил. Сыка, падла. Так, это раз считается? Еще раз бить? А, вот так нужно. Окей, так, раз есть, хорошо. Сейчас мы с ним разберемся, я думаю. А может быть и нет, хер его знает. Так, чего тут дальше? Баталии продолжаются? Масочные. Ага, продолжаются. Уже немножко не такие, как были до этого. Но нужно держаться от них подальше, я так понимаю. Фу! Блин, а я их даже не заметил. Они так резко вылетели. Короче, нужно лучше снизу бегать. Блин, все заново, ладно, окей. Давай. Пиу, давай. А если я просто вот так буду бегать и все? Ай. Че, получил, бля? На, на, собачкин. Дай его мотоперку лучше возьму. Так, нужно бегать вот в этом уровне, чтобы видеть, где маски крутятся. Чтобы они мне не мешали, потому что они снизу выскакивают и даже не видно, где они дерутся там. Так, ладно, ждем, куда ты? Влево. Хорошо. Ага. Сколько ты раз застреляешь? Три? И минки пошли, да? Окей.
Так. Хорошо. Ну да блин! Попасть-то нужно этого еще пенделя в этот. Фух, так, третий раз остался спокойно. Что они будут теперь делать? Ну да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так, подожди. Ага, понял. Вот так просто? И все! Спокойно! Все или еще что-то? Все! В смысле? А чтобы бегать быстрее, во время бега удерживай R2. А че он такой легкий? Он самый сложный босс был, это когда на самолетах я там летал и херачил чувака. Этого, как его, ракетчика. Он и то сложнее был, чем вот этот вот босс тухлый. Вообще ни разу, за два раза я его убил. И то первый раз там протупил, или сколько там, два раза. Ладно, нормально. Опять проиграл. Это нечестно. Может, мне стоит отдохнуть на хорошем большом пляже? С хорошими большими пальмами и женщиной с хорошими большими синими глазами. Возможно. Еще не конец, Бандикут. Все еще есть камни. У нас есть шанс для триумфа. Crash Bandicoot, возвращение, придумано и разработано Naughty Dog. Смотри, на русском все переведено, прикольно. Джейсон Рубин. Так, ладно, я так понимаю, это типа как бы у нас будет финал, но не конец, серия будет называться. Потому что 7 минут не может быть игрушка. Сотрудничество с Universal Interactive Studios, продюсер Марк Церни. Короче, игрушка, как, третья часть прикольная довольно-таки, но она как-то, как по мне, она самая легкая из трех, которые я играл. Вот первая самая сложная была, вторая такая средненькая, вот эта третья самая она легкая. Потому что я вот сколько, за 6 серий прошел буквально, или и то я себе там не тупил много, то она проходится буквально, ну, если вот так проходить чисто на кристаллы первые, если задротить на 105%, как там говорится, да, новые уровни, там все дела, то это, конечно, надолго затянется. А именно сам сюжет, чисто она очень короткая и очень легкая. Здесь уровни какие-то намного легче, чем... намного легче, чем в первой и во второй части. Даже те же побегушки на вот этих всех тиграх, мотоциклы, вот эти вот все политушки, всякая вот эта хрень, она намного легче, чем все остальное там было. Но игрушка все равно мне понравилась, прикольная, классная. Играть можно. Sony Computer Entertainment Europa продюсер, да, ведь дальше. Игрушка тянет хорошо. Не сказал бы, что говно. Ну, как бы сказать говно. Нельзя сказать про Crash Bandicoot, что это говно. Эта игрушка классная, очень даже. Она веселая, прикольная, цветастая, интересная и местами сложная. Так что игра стоит своего времени потраченного и вообще всего остального. Ну, только вот что она короткая, очень реально. По базе она очень короткая. А так классная. Есть всякие новые режимы, типа леталки, мотоциклы. Что там еще? А, подводный мир есть. Universal Interactive Studios, Tratata Naughty Dog, 2019. Вот, 2019 перевод, если что, кто там в комментариях спрашивал, какого года перевод, то не 98-го, не 90-х годов, 19-го года. Так, хорошо, мы сделали этого упыря. У нас 9 минут прошло, но это очень сильно мало. И нам нужен зеленый кристалл. Где-то он здесь. И он? Вот он, падла. И мне его нужно забрать как-то. Погнали сюда. На время, я не знаю, там посерединке открылось. Может быть, и не стоит все проходить прямо на все реликвии. Но мы сейчас поиграем все равно немножко. Не буду брать время. Потому что здесь нужно еще ящики все собрать. Так, будем сейчас смотреть. Нам нужно собрать... все ящики. Подожди, как там эта базука-то? Бам. Да в смысле? Ты чё, бессмертный? Иди ты нахер. Так, хорошо. А сколько их здесь? 75 штук. Так, хорошо. Идем потихо.
А я могу вот так просто сделать? Могу. Базука, конечно, читерская штука. Так, а ты куда бросаешь? Тут их три. Хорошо. Да блин! Забыл, что тут не так все это работает. Собака. Да, Крэш! Блять, когда ты научишься делать двойной прыжок? Вот ты мне объяснишь или нет, блять? Ты почему его иногда не делаешь? Да, блин, сделай двойной, сука, прыжок, ублюдок! Сука, ты рыжий. Да, блять! Он его нереально не делает. Я нажимаю кнопку, он его просто тупо не делает. Поспешил. Ну ладно, сейчас успеваем. Да быстрее давай уже сгорай. Вурдака, конечно, вурдака. Ну вот это сейчас тоже неправда было. Потому что, ну я выше огня был. Давай, бросай свою какашку. Так, подожди, тут лучше сделать, наверное, вот так. Пофиг на те ящики, хотя они мне же нужны. А я могу тебя убить? Бам, могу. Да блин, сука, ты ж... А почему он стал бросать раньше, чем я его увидел? Ну, раньше он всегда, когда его активирую, ну, типа, прихожу к нему, он тогда начинает атаковать. А тут он что-то раньше времени это все сделал. Ты что, издеваешься, что ли? Пырь. Вот. Они же сначала прячутся, потом бросают. А тут наоборот. Так, подожди, не понял. Зеленый кристалл. Это я что, не туда пошел? А что за прикол? Не понял сейчас. Сейчас не понял, а что зеленого кристалла нет? Ах ты сука! А чё из зеленого кристалла-то нету? Где его взять? Так, ну это знак вопроса. Это не то. А где зеленый кристалл-то взять? Подожди. Ядрить твою дивизию. Я опять не туда пошел или что? Нужно было сохраниться перед этим. Так, ладно. Что-то не так. На этом уровне должен быть зеленый кристалл. Но его тут нет, по факту. Но по факту он невидимый. Странно. Ну ладно, провтыкал этап. Опять-таки. А, 75, подожди, а... 75, а почему я тогда не взял этот? Почему я тогда не взял 74? Какой я тогда провтыкал ящик? Как, где я его провтыкал, блядь? Почему я его... Бля. Где как зеленый взять-то? Подожди, зеленый же на этом уровне, чего он не активный? Так, быстрее давай танцуй. Почему он не активный? Он же должен быть активный.
Или что нужно сделать, чтобы он был активный? Блин, это ж тут ящики еще нужно все собрать. А давай попробуем сейчас вот тут все ящики собрать для начала. Я так понимаю, что можно очень медленно, очень аккуратно. Не обязательно тебе нужно приехать первым. Просто нужно все ящики собрать и все. Ну а конечно же на время это будет жопа. Так, хорошо. Не, на время не буду. Ну его нафиг, я буду вот так потихонечку ехать. И буду брать все ящики, где есть. Оп! Тихо машин. Ну, кстати, насколько я узнал, что здесь бесконечное нитро есть. А если ты на него наехал, пока ты во что-то не врежешься, оно бесконечное. Но управление это хреновое, когда ты едешь на бесконечном нитро. Так, где ящик? Тут? Не тут. Так, не буду нитро брать. Сколько нужно собрать? 20. Ага, хорош, попал. Ну тут на платину будет нереально пройти просто, ну. Потому что эти мотоперки я тогда играл, это очень сложная херня. Так, а сколько там? Еще 6 где-то. Тихо, не лагай. Собака. Да какой же длинный этап. What the f... Ты как так сделал-то, дурень? Ты сейчас серьезно? Ну спасибо, блин, что ты не долетел. Хотя я ехал же, вроде их сдержал. Ладно. Не взял один ящик. Ну, блядь, спасибо. И зачем выходить с комнаты-то? Сделайте рестарт. Почему я должен постоянно выходить и заходить с комнаты в комнату? Давай я вот тут сохранюсь, чтобы если что... Чтобы если что, короче... Просто перепройти быстренько, да и все. А то тратить время на вот эти вот загрузки все. Так, там будет, короче, прыжок. Так, взял вроде. Этот вот. Загрузка. Вот за что я говорил, бесконечная гитра это. И провтыкал ящик из-за него. Ну ладно. Взял. Потому что здесь шикарное управление. Чувак, отвали на своем хот-роде. Роде. Ага. 10 12. Как взять вот этот буст вообще, реально? Там ты либо врезаешься. Хорош. Так, осталось 14. Где этот гребаный ящик, который спрятан за трамплином был? Вот тут? Нет, не тут. Тут спрятан был буст. Здесь. А это так и должно сейчас быть?
А это и должно так быть, серьезно? То есть то, что он не долетает после прыжка. Это так и должно быть, да? Серьезно? То есть мне там нужно объезжать трамплин? А в чем прикол-то? Сука. Ага. Вот эти мотоперки — это сложная штука. Здесь очень дохрена препятствий на квадратный сантиметр. Очень дохрена. Во-первых, машинки вот эти, которые едут, просто едут. Они мешают, реально мешают. Плюс еще всякие препятствия в плане вот этих вот... Даже трамплины и те, суки. Так, там нужно как-то объехать тот трамплин, но нужно не провтыкать его, где он. Так, 14, да? Ага. Следующий он. Дурацкий этот грёбаный. Где ты? Вот тут. Нет, не тут. Дальше. Следующий, вот тут сейчас будет. Да, вот за вот этим вот трамплином. Фу, блядь. Ёб твою сука! Грёбаные текстуры, блядь. Короче, я сейчас там еду, и я, сука, нахрен все, эту игру нахер просто посылаю, я сейчас там сохраняюсь. И все, и пошло, ну все, в пизду. Я ебал, блядь, ехать весь этап заново. Просто из-за того, что текстурка ебаная меня подъебала, вот этот миллиметр, где ты... Я заехал мотоциклом на... там так, на волосинку, да? Я на волосинку заехал, и я упал почему-то. Хотя я должен был там пролететь это. Чем больше гари, тем меньше ям, блин. Чё за херня, тут так не работает, да? Все, я нахер, я сейчас там просто тупо сохраняюсь. Я манал ездить постоянно одно и то же. Иди нахер. Главное не провтыкать до этого. Никакой ящик. Так, 10, тут должно быть сейчас 4. Да блин, как его взять-то? Так, сохраняемся сейчас вот тут на прямой. И пошло оно все в хрен собачий. Потому что еще вот эти ящики тоже... Вот, тупорылый ящик, я не взял его. Я не взял его, потому что трамплин. И непонятно, как он работает. До этого я всегда их брал. А теперь он не взялся. Вот теперь взялся. Хотя одинаково все было. Ну ладно. Так, где этот ублюдок? Это не он. Так, вот это, блядь. Конченое место, сука. Да! Спасибо. Спасибо к херам. Все, отлично. Нахер это все. О, ужас, кошмар, кошмарный. Так, давай быстрее. Как активировать зеленый кристалл? Он же должен быть здесь. Если он здесь, то он там. А если он там, то он должен быть активный. Почему он не активный? Что нужно пройти, чтобы его активировать? Давай пойдем сюда. Тут тоже все ящики, но я там не смог их собрать. Здесь какой-то прикол есть? Или где? Нет, на время не пойду.
хорошо. Вурдака, вурдака. Смотрим внимательно всякие приколы. Потихо. А вот эти я и не заметил. Так, подожди, а чё эти теперь не... Где кнопка активатора вот этой херни? Вон там дальше? Так, хорошо, а почему не активируются тогда вот эти? Тут какая-то последовательность есть или чего? Ну? Тихо. Так, ну давай попробуем, сейчас я тут сохранюсь, попробуем назад пройти. Да блядский ты, ты ж должен был запрыгнуть. А, не понял. Чё за приколы с этой игрой? Да куда ты, сука, дурень ты тупорылый. Ну, и чё? Эти ящики активировались, хорошо, а те как, кто-то как активировать-то? Вот этот, который невидимый. Хм. Не понял все равно ни разу. Хорошо, а может быть нам, знаете, что нужно сделать? Скорее всего, я понял, что нужно сделать. Я, наверное, понял! Чтобы взять вот эти кристаллы, которые мы не можем взять их здесь, нужно пойти на секретный уровень. Ну, на секретные уровни. Наверное, скорее всего, что так. Ты падла. Короче, это все нахер уже не нужно. Ой. А, я все равно их тут не возьму, какая разница. Потому что там один этот... Потому что все равно там этот... Ящики неактивны. Ящик был неактивный. Ага, зеленый нужен, сука, здесь. Здесь нужен зеленый. Так, нужно закончить этот уровень быстренько сейчас. Давай быстрее. Сколько? Ну да, тут до хрена. Значит, рано сюда идти. Так, пошли тогда в секретный уровень, посмотрим, что здесь. А, у нас же можно бегать, смотри, какая скорость. Так, что тут? Открыт. Открылся, но я же не все на платину прошел.
Ну, у нас что-то здесь открыто. Сейчас посмотрим, что здесь. Еще 5 уровней. Так, давай сейчас сохранюсь вот здесь. О, что это? Так, здесь есть время и ящики, походу, да? Желтый. Так, подожди, желтый кристалл можно взять. Пошли за желтым кристаллом. А где желтый кристалл был? Я не помню. А, так его нельзя взять. Ага, походу, да? По очереди. Это леталка или каталка? Что это? Это что, каталка, леталка? Наверное, каталка, да? Ага, каталка. Хорошо, нужно нам сейчас сделать все ящики для начала. Сюда нам не нужно. А сюда нам нужно. Так, куда? Хорошо. Все отлично. Только какой-то темный этап такой. Типа как в аду. Адский уровень. Вау, как это опасно было сейчас. Ой, а вот это вот опасненько. Но не сильно. Хорошо. Да ты что не взяла-то? Дурында. Так вот ты прыгаешь-то, блядь. Сука. Прицелились? Опа! И взяли. Чекпоинт. Так, смотрим внимательно, чтобы ни одного ящика не пропустить. Оп. Блин, тут широко. Тут ничего, все нормально. А куда? А, сюда, окей. Хорошо. Тихо плаваете, да? Сколько их тут? 100 штук! Вы чего? Это такой длинный этап, серьезно. А чекпоинт за ящик же не считается? Или считается? Блин, а у меня вурдака... А, вурдака есть. Хорошо. Тихо, спокойно. Плаваешь? Плаваешь? Не плаваешь, плаваешь. Сучка. Собака. Рыжая. Так, ну нитро не берем. А подожди, а вот тут что-то есть? Нету. Устоять. Два ящика. Как им взять сразу два? Никак. Нужно разворачиваться. Окей. Кикикирик! Долгий реальный этап, ну ладно. Не хотелось бы так кататься здесь полчаса. Но походу придется. Ой, ты быстрая! Вот это было хорошо. Так, а у нас же тут не трух куча. Это должен быть! Чё ты к нему подъезжаешь? Я ж тебе не нажимаю кнопку газ. Так, а вот нужно теперь осторожненько, потому что вурдакашки нету уже. А мы очень близки к завершению уровня, наверное, или нет? Ой, нет. Я вам соврал. Тихо-тихо, не все взял. А, спокойно. Спокойно! Да чё, почему ты не взяла тот ящик? Думаешь, нужно на сразу два трамплина налететь?
Ох ты, ёлки-палки. Окей. Попал? Попал. Тихо, спокойно. Вот тут, вот тут. Ебаха! А это что такое? Так, как тут заплывают? Есть тормоза какие-нибудь? Ага. Хорошо. Хорошо. Есть! Все взял. Хорош, отлично. Фух. Дебильный этап не понравился мне, если честно. Он очень долгий и очень техничный. Скажем так. Так, первый этап у нас есть. Здесь взяли все. 27-й доступный? Недоступный. Для входа нужно 10. Ага, 10 на время, да? А тут чего? 15. Обычных, тут не нужно на платину все проходить. Смотрите, тут нужно 20 обычных. Просто тупо на время пройти 25. Все, я понял, хорошо, давайте тогда на этом закончим. Сейчас я вернусь назад. Я за кадром попробую пройти все этапы. 25 нам на время просто нужно пройти, чтобы было, и все. Не нужно на платину, на золото там проходить. Просто тупо чисто пройти, чтобы ради того, чтобы было. И все, я могу вот так быстро бегать. Тут нужно вот такие обычные брать. То есть за минут 0.3 не нужно там гнать за 30 секунд, за сколько там. Вот тут даже платину взял. Тут золота хватит, нормально. Тут еще на время нужно будет. Ну, короче, я попытаюсь пройти как можно больше с вот этими штуками всеми. И чтобы на те этапы были у нас все доступны. Так что все, ребятушки, это еще не конец. Как бы финал мы прошли, но еще не будет сильно конец. Мы попробуем на 105% пройти. Там будет видно. Короче, все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Crash Bandicoot 3 Warped. Я думаю, будет дополнительный просто как уровни уже. А финал будет финал. Все, всем пока.